Лучший бомбардир клуба «Барыс» защитник Кевин Далман сделал две результативные передачи в матче КХЛ против омского «Авангарда». 27-летний канадец дважды ассистировал Максиму Спиридонову. После первой результативной комбинации «Барыс» вышел вперед, а после второй атаки с участием Далмана и Спиридонова был установлен окончательный счет в матче. 5-2 победа казахстанского клуба. Для «Барыс» эта победа стала уже второй над омским клубом за две недели, а Далман упрочил свое лидерство среди бомбардиров клуба, набрав 29 очков.